Алтайский край готовится к проведению масштабной выставки сельхозтехники и Дню российского поля. Впервые главная аграрная выставка страны состоится в нашем регионе. Названа дата события. Выставка начнется 14 июля. Центральная тема в этом году – импортозамещение в сфере сельхозмашиностроения. За последние годы это первая площадка в стране, где можно будет увидеть все виды отечественной сельхозтехники. Минпромторг обещает привлечь к участию всех основных производителей, а также проектные организации, разрабатывающие новые модели техники. На площадке обсудят вопросы, связанные с кредитованием и страхованием сельского хозяйства и другими услугами для аграриев. Чтобы вместить всех участников в сибирском агропарке, который находится в поселке Прудском Павловского района, в этом году там появятся новые объекты. Одним из самых крупных станет демонстрационная площадка для выставки племенных сельскохозяйственных животных. Я один раз принимал участие в российском поле, не буду называть регион, потому что мы тот уровень, который был тогда продемонстрирован нашими коллегами, превзошли давно, уже несколько лет назад, когда выходили на формат сибирского поля. Это не только мнение мое, но и мнение очень серьезных специалистов, в частности из Минсельхоза.